Всем привет, дорогие друзья, вы на канале DudaPlay, мы продолжаем играть в игру Майнкрафт на выживание. Эх, домик мой. Так, сейчас я быстренько посмотрю. О, дорогие друзья, первая пшеница. Это очень хорошо. Пшеничка-то наша поспела. Так, сейчас высадим новенькую. Так, это еще пока не поспела, это еще пока она средний. О, вот, а вот здесь поспела, вот она, желтая. Хорошо. Да ё-моё, будильник, а. Будильник включил. Так, ну что ж. Так, я хотел здесь немножечко убрать. Дом расширить, потому что у меня некуда кровать поставить. Так, сейчас сделаем. Так, и здесь надо будет еще стекло поставить. Так, берем, значит, мою лопатку и идем за песочком. Угу. Так, вот песочек, берем его, снимаем. Так. Так, сейчас немножко поближе встану. Сейчас сделаем мы стекло, чтобы было у нас окна. Так, наберем песка. Так, здесь немножечко. Так, ну вот внизу возьмем еще снизу. Так, не дотягиваюсь. Вот, вот так вот, прям поглубже сейчас сделаю все. Угу. Так, крипера нету, никого нету. Все нормально. Хорошо. Строим дальше. Так, вот, нормально, песочек сейчас возьмем. Так. Почему-то он песок сверху сплыл. Странно очень, что он всплывает. Это же песок. Он же, по идее, тяжелый должен быть, правильно? Так. Так, быстренько, быстренько. Тыкс. Так, ну все, 46 песка. Пускай, значит, еще доски положим. Так, мы сейчас еще наберем немножечко дерева и возьмем. Так, побольше даже. Так. О, дуб, посмотри, какой он большой. Так, возьмем дуба. Дубовые доски. Так. Как бы я планирую еще ферму сделать, поэтому сейчас немножко сейчас соберем. Мне надо овец, я хочу овец разводить. А вот за овцами сбегать, но для начала нужно сделать загончик небольшой. Так, в принципе, мне этих досочек хватит. Так, тут еще немножечко возьмем, правда. Во. А, ну мы сейчас полностью соберем, потому чтобы этот у нас дерево уже полностью собрать, чтобы отростки у нас попадали вниз. И мы дальше будем что-нибудь нигде высаживать. В принципе, хорошее дерево, оно большое. Так, значит, где у нас вот здесь? Так, бревно. Так, дальше сейчас подкинем, пускай готовится стекло наше. Так, ну и здесь немножечко уберем. Так, вот так сделаем сейчас. Вот, это тоже сейчас уберем здесь. Да. Так, это у меня другое же, да, дерево? Угу. Мы сейчас продолжим немножечко так сделаем здесь. Так, вот так. В принципе, давай еще немножко делаем. Вот так. Так, кончилось. Ну и давай уже будем тогда коричневыми делать. Так, и сейчас. А здесь у меня будет по периметру стекло. Так, берем стекло. Так, может, панели сделаем какие-нибудь, правильно? Так, сейчас сделаем, подожди. Где? Вот он, у меня верстак. Сейчас быстренько сейчас сделаем. Сделаем красиво. Так. Так. И панельки сделаем. Вот. 16 у меня получилось. Хорошо, их много. Вот так сделаем. Сейчас по периметру полностью. В стекле будет у меня. Так. Вот так. Замечательно. Так, а здесь сейчас мы уберем этот канитель. Так. Я бы это тоже убрал бы отсюда. Так, все. А где моя кровать? А вот она, кроватка. Сейчас мы кроваточку поставим.
нашу. О, отлично. Такой вот домик будет. Хорошо. Так, и в принципе. А, ну у меня стекла еще много, мы еще сделаем сейчас панель. Панели еще сделаем. О! Панелей много. Так, мне не жалко панели. Так, вот так. Аккуратненько. Во. Хорошо. И сейчас доской все сверху сделаю. Кто-то. Дружище, ты бы тут не ходил бы, а? Все. Покричал и спать лег. Так, а здесь? Так, вот сделаем. Во! Такой вот домик у меня хороший. О, нормально. Давай мы сделаем, знаешь как? Так, где у меня же есть дубовые доски? Вот, мы сейчас сделаем красиво, что было. Крыша будет у нас из такого, здесь из такого. Вот такой домик неплохой, в принципе, хороший. Так, а здесь мне нужно немножечко доработать. Хочу панельки здесь везде поставить. Так. Стеновые. Так, где у меня здесь? Вот оно. Так, продолжим дальше. Так, тут уберем. Так. Так, это мне здесь не нужно. Сейчас мы это уберем. И красивое. Так, а здесь надо будет вот так вот сделать. Вот так. Тоже пусть все будет в панелях. Так, а здесь как у нас это самое? Вот так сделаем. Во. Вот, хорошо, хорошо. Мне теперь это все нравится. Так. Ну, здесь черное. Давай уберем, пусть будет светлый дуб. Вот, давай. Все, хорошо, прячемся, заходим в домик. Так. И сделаем еще. Надо будет нам сделать заборчик. Так, берем вот эту канитель. Так, вот так делаем. И здесь будет у нас. Так, я не помню, это забор. Калитка. Так, ну калитка мне пригодится. Один, два, две. Даже вот три калитки сделаем. Так, и нам нужно забор. Забор, забор, забор. Так, ну вот все, есть 15 заборчиков. Маловато. Так, идем за деревом. Так, за деревом, за деревом. О, крипер, крипер, подожди, не стой. Нет! Зачем? Как? Вот любит крипер все взорвать. Ну, кстати, я хочу сказать, что у меня здесь много криперов ходит. Криперов что-то здесь прям очень много. Так, возьмем сейчас дерево. Я хочу домик, заборчик сделать сейчас. Вот здесь вот. Забором, чтобы мне... Так, где земля? Земля, 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 земля. А, что нету земли? А, вот же земля. Так... Надо будет здесь сделать его заборчиком. Вот. Так, где забор? Вот он. Не знаю, хватит забора или нет. Нет, заборчика не хватает. Ну, как-то так. Как-то так.
Так, теперь нужно это все обойти, домик. Так, быстренько в домик мы заходим. Так, а ну-ка, можно спать, да? Да, отлично. Я это и хотел проверить, можно спать или нет. Ну что ж, новый день. Так, стекло есть полностью у меня, и мне нужно еще уголь сделать. Так, немножко бревна возьмем всем. Угу. Так, и сделаем еще мы панели. Во. Хорошо. Так, а вообще, мне нужно, знаешь, что сделать? Знаешь, что мне нужно сделать? Мне нужно сделать... А что мне нужно сделать, я это не могу сделать. Угу. Так, сейчас это все выкинем. Так, где у меня? Вот. Нам нужно еще дерево. Угу. Дерево немножечко. Так, раз, два, три. Так, эти у меня, получается, семена саженцы-то выпали или нет, я не помню. Так. Саженцы выпадывали. Так, опять, смотри, сено. Солома. Так, а вот смотри, сколько соломы. А, ты что у меня, растет, да не растет, да? Так, ладно. Отлично. Так. Та-д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 а. Так, все собираем. И сейчас мы сделаем вот что. Ага. Все догадались, что я делаю? Делаю сундук. Мне нужно два. Два сундука. Так, и, в принципе, один мы сюда поставим. Сундучок. А второй здесь. Вот. И эту канитель сейчас половину сюда все уберем. Так, тыква, тыква. Сейчас мы будем садить тыкву. Так, сейчас это все уберу. Так, мне нужна лопата, кирка и палочки. Ну, я половинку возьму. Так, нужно сделать мотыгу. Так. А это бревно, господи. Так, сделаем сейчас вот так. И палочки, где мы? О! Две мотыги мне хватит. Так, и семена мне нужны. Так, 4 семени. Семени. 4 семени. Так, раз, два, три, четыре. Так. И посадим тыкву. Раз, два, три, четыре. Все, пусть тыква растет. Так, а я бы сходил бы за овечками нашими. Так, обманка, обманка, меня обманули. Так. Ну все. Все. Семечки, семечки. А завтра, завтра пойдем за овцами. Нам нужно сделать хорошее место для овец. Сделаем загончик. Так что всем подписывайтесь на канал. Всем пока-пока.